когда легкий, как перышко, пуховик впорхнул в мировую моду. Одни говорят, что первые стеганые куртки появились еще в Азии 12 века. По другой версии, их придумали в морских северных странах как альтернативу меху в 20 веке. В 1920 году теплая и легкая одежда полюбилась альпинистам и полярникам, а после и всем остальным. Пуховик защитит от ветра, в нем совсем не холодно, вплоть до минус 30, если соотношение пуха и пера на этикетке составляет 80 на 20. Он долговечен, весьма симпатичен и имеет привлекательную сезонную цену. В Тюмень зашла федеральная сеть магазинов верхней одежды компания «Охара». Сейчас в городе открыто 3 магазина нашей сети. В наших магазинах представлен огромный выбор курток-пуховиков для взрослых и детей, где прекрасным образом сочетается ассортимент и отличное качество. Например, этот яркий стильный женский пуховик, который совсем недавно стоил 12 тысяч рублей, сейчас можно приобрести со скидкой за 6 тысяч рублей. Для удобства наших покупателей в магазине «Охара» можно быстро оформить рассрочку. Также к оплате принимаются кредитные карты системы «Халва». Ждем вас по адресам. Улица Максима Горького, 42А, торговый центр «Солнечный», Пермякова, 50Б и улица Республики, 176. Современные пуховики совсем не те, что были в 90-х. Они отлично держат форму, служат долго, их легко чистить, ну а самое главное – приятно носить. Приходите на примерки и убедитесь сами.